reach for my hand, I'll soar away into the dawn. Oh, I wish I could stay here and cherish calms in peaceful days. I fear the edge of dawn, knowing time betrays. Faint lights pass through colored glass in this beloved place. Silver shines, the world dines, a smile on each face. As joy surrounds, comfort abounds, and I can feel them breaking free. For just this moment lost in time, I am finally me. Yet still I hide behind this mask that I have become. Sonia! Друзья, всем добрый вечер. Вы на канале Hardcore Tavern, конечно же. И с вами трактирщик Амони. Мы продолжаем сегодня идти к финалу в игре Fire Emblem Path of Radiance. Это уже 16-й стрим, кто бы мог подумать, да? И все у нас вроде как неплохо складывается. Мы в прошлый раз даже целых две миссии сразу успели за один стрим сделать. Шагарат, мое почтение всем остальным, кто с нами. Приветствую всех на Твиче. На ВК Live, как сокращенно, интересно, думаю, вот сказать. Ну, в ВК, короче. У нас, если что, теперь идет тест площадки ВК Live. Можете присоединяться туда по ссылке восклицательно на ВК на английском. Там будет ссылка от бота. Присоединяйтесь, смотрите, что вам нравится, что не нравится, говорите, насколько вам удобен функционал. Сейчас идет тест этой площадки, и мы одни из тестеров, так сказать. И важен ваш фидбэк, ребят, как никогда. Ну и, конечно, самое главное, не забудь поставить сердечко. Вам все равно, мне приятно. Вот, ну и перейдем, так сказать, к Path of Radiance. У нас 16 стрим, как я сказал. По календарю таверна у нас сегодня ни много ни мало день водопада снов. Подробнее в наших соцсетях, присоединяйтесь обязательно. А мы начинаем наш вечер вторника. Поехали.
Мы сегодня, кстати, закончили проходить Gotham Knight. Блин, хорошая игра, на самом деле. Я нисколько не пожалел, что сыграл в нее. Я отыграл, кстати, 60 с чем-то часов, 65, по-моему, прикиньте. Доволен игрой. И все говорят, оптимизация. Реально, мы играли, ни у кого не лагало на стриме. Все ништяк было, не знаю. У меня тоже нормально все было. Ну, может быть, не 60, конечно, FPS было стабильно. Но в некоторых местах проседало. Но в остальном все шикарно было. Игра только два раза вылетела за все 65 часов. И то, может, это из-за того, что у меня там куча разных софтов запущена, программ и так далее. Девсар Ваван, здравствуйте. Где у нас игруха? Так, сейчас все будет. Вы же знаете. Музычку на паузец. Значит, это то, что мы завтра с утра продолжаем проходить героев четвертых. Как вам такое? Как вам такое? Блин, не могу. Все время нос чешется вечером. Ой, надо окошко открыть, кстати, сейчас. Ой, жарко. У нас такая погода. Такая погода у нас, ребят. У нас тут ветер, снегодождь, дожди-снег, в общем. Красный носок, приветствую. У вас есть картинка игры, да? Все классно? Chapter. Мы добрались, так сказать. Мы убили драконицу, да, на прошлом стриме. И, собственно, я зашел. Немножко поболтали. Нам рассказали о том, что... Насир спалился, вот этот, который с нами плавал, что он предатель, его посадили в тюрьму. И, собственно, вот теперь мы разбираемся с тем, что произошло. Эна сбежала, которая защищала этот замок Белой Драконицы. Давайте поговорим. Пообщаемся с тем, что нам хотят сказать. Эй, Айк! Сейчас включаю супер-имбо-переводчик. Эй, Айк, генерал, подождите, пожалуйста. Скажи, если на моем пути стоит враг, но я не хочу его убивать, как ты думаешь, что я должен делать? Это опять из-за твоей дурацкой игры, что ли, а? Они тут в игру играют, типа, и постоянно он, типа, спрашивает, как поступить, как бы полководец поступил. Жека говорит, к сожалению, чувствую себя слишком плохо, чтобы писать стихи. К сожалению, страдаю психикой, даже справка есть. Ну, какой гений без сумасшествия? Вот и получается, что никак. Пытался я прыгнуть выше головы с одной работы на другую, но не смог, устал очень, да и нервы сдали. Расскажу как-нибудь в другой раз подробнее о своих проблемах. Слушай, ну все, он тебе хорошего, я не знаю. Все мы справляемся со своими проблемами в жизни. У кого-то одни, у кого-то другие. Очень редко человек бывает без проблем, да? Конечно, может показаться, что у кого-то они сильнее, у кого-то меньше, да? У кого-то вообще там еще хуже, там нет каких-нибудь рук, ног и так далее, да? Но тут же все зависит от того, насколько человек это умеет переносить. У кого-то маленькая проблемка может стать невероятным каким-то испытанием, а кто-то сильный человек волей, да, и для него там... Вообще пофиг, он все может сделать и справиться со всем, да? Как-то так, наверное, все познается в том, как ты это воспринимаешь, да? Что ж, это ты во всем виноват. Тебе пришлось пройти и обучать Дэниела, а теперь у меня полоса неудачи, вот. Ну ладно. Что, в смысле я его обучал? Ты имеешь в виду, когда мы были на борту корабля, это был всего лишь один намек, и все. Дэниэль не такой, как я, он умен. Они играют в игру, я им подсказал, типа. Я тот, кто придумал эту игру, но он тот, кто становится все лучше и лучше. Я почти никогда больше не выигрываю у него. Странно. Вместо того, чтобы играть в эту игру, почему бы тебе не попробовать себя в настоящем бою, например? Перестань шутить, мы же просто беспечные странствующие торговцы. Мы ничего не знаем о борьбе и настоящем сражении. Дай-ка мне передохнуть, ладно? Это здорово, что тебе весело и все такое, но, пожалуйста, оставь меня в покое хоть ненадолго. Можешь ли ты приберечь свою дурацкую игру для кого-нибудь, кто не борется за свою жизнь изо дня в день, а? Ай, ну, чё ты ожидал-то? Кругом война, и для нас нет места для людей, которые просто торгуют. Все, что мы можем сделать, это играть в эту игру. Извини, я просто снова проиграю, и все. Ой, какой ж печаль, ради всего святого, хорош уже. Послушай, если есть противник, которого ты не хочешь убивать, просто оттолкни его с дороги. Эй, живые!
Тогда тебе не придется с ним драться. Итак, доброго времени суток. Здравствуйте. Таверн контроль южин, мое почтение. Трактирщик, ёпта, чё, кого? Кружки к осмотру. А мой, чё с ботва такая, почему кружки пустые? Срочно наполнить. Блин, да что такое? Все наполнено вроде, ты чё там? Опять I'm good bot, кстати, у нас повылазил. Набирайте круженцы свои. Заходите на... Можете две кладки открыть, если вам удобно. Заходите на VK Life, кстати, на знак VK. Тестируйте площадку. Буду вам признателен за это очень сильно. И ставьте лайки. Просто оттолкни его с дороги, если ты не хочешь с ним драться. И все. Ха. О, спасибо. Ты знаешь, мы такие, какие мы есть. Но мы будем с тобой до конца. Я надеюсь, что мы сможем продолжать быть полезными. Все в порядке? Ага. Спасибо вам, конечно. Извини, что был таким раздражительным. Да все в порядке. Я знаю, в каком стрессе ты был. А ты в ВК-лайв стримишь голым? Нет, абсолютно таким же, но можешь представлять меня, каким пожелаешь вообще. Так, разбойник Соза хочет с нами поговорить, наш вор маленький. Мы думали, кстати, он шпион, но оказалось, что нет. А чего тебя что-то беспокоит, что ли? Чего у тебя на уме? О, командир Айк. Полагаю, теперь я должен называть тебя генералом, да? Здорово всем. Ранген, здравствуйте. Хорошего Эля за счет трактирщика. Блин, что-то неправильно. Так таверна прогорит. Так прогорит таверна, нет. Плохая фраза. Плохая фраза, так не делай. Заходи лучше на ВК-лайф. Вот, ставь сердечко. Да, я все в порядке, командир. Так что же происходит-то? Вы думаете о том человеке, которого искали? Это все решено на самом деле, но... На самом деле это еще не решено, если честно быть... Что там не решено? Просто я понял, что постоянное беспокойство об этом не приносит мне никакой пользы. А он там кого-то ищет. Я перевернул каждый камень в Бигнионе во время своих поисков, но просто легче предположить, что все идет хорошо, где-то он есть, но я его не могу найти. Что ж, пока ты счастлив, я не скажу ни слова. Итак, о чем ты там хотел сказать? О чем ты думал? Я ничего не говорил раньше, но Дэн — это моя родина. И чё? Вот как? Ага. Понимаешь, еще несколько лет назад я жил в трущобах Невасы и зарабатывал на жизнь воровством. Ну, бывает с каждым, да? Так или иначе, я вернулся на свое старое место жительства и повидался с друзьями. О, вот оно как. Остальная часть города пуста, но они все еще здесь. Им больше некуда идти, понимаешь? Они все бездомные. И что они должны были сказать тебе? Все они были в бешенстве от того, что Кримия победила. Они сказали, что если бы король был здесь, они бы ни за что не потерпели поражения. Это так странно. До сих пор все, что они когда-либо делали, это жаловались на это место. Ага, я понимаю. А теперь они типа в шоке, что мы победили. Знаешь, Эшнард был не таким уж плохим королем на самом деле. По крайней мере, ну, насколько мы могли видеть. Если бы ты был достаточно силен, ты мог бы однажды подняться и стать рыцарем. Ты мог бы сбежать из грязных трущоб. Он был единственным королем, который когда-либо давал нам такой шанс. Это надежда. А, ну типа у них не было привязки к рождению. Знаете, раньше как в средневековье было. Ты родился крестьянином, крестьянином и умрешь. Никак ты не сможешь подняться. А типа здесь все решало сила. И даже если ты типа в трущобах вырос, но сильный, ты можешь подняться хоть как до рыцаря там и так далее. Не поймите меня неправильно, я не против сразиться со всеми вами. Ну, в смысле, с вами сражаться вместе в отряде. Но все же видеть свою родину в шрамах и растоптанной подобным образом, это тяжело. Извините, я знаю, что Кримия страдает точно так же, но я не могу изменить свои чувства. Он что, уходит, что ли? Так, ну надо подготовиться и посмотреть, что тут продается, да? Я, кстати, повысил риса, да, мы же выбили эмблему, я из него сделал бишопа, теперь он бишоп, представляете? Он может пользоваться теперь магией. А нет, не может. Но у него посохи бэкгрейд и какая-то магия добавилась, что ли, не знаю, что это значит. Люмия. Что бы это ни значило. Позволяет владельцу использовать магию света. Уровень отражается рядом с посохом. А, бэкгрейд магии он может юзать, офигеть.
Если ты смелый, ловкий и умелый, джунгли тебя зовут. Да-да-да, клевая песня. Крутейшая вообще. Так, а мы выбили еще один, кстати, оккульт свиток, да? Пу-пу-пу-пу. А Айку мы в гнев взяли, да, в рейс? Нам надо, кстати, посмотреть, что у нас за свитки есть вообще. Мы на 10, на 10 можем еще один скилл какой-то взять. Смайт. Дабл эффект. Толчка. А, толкает на две клетки. Клево. Парити. Парирует, что ли? Отменяет бонусы за поддержку местности и навык, заставляя не сражаться только на основной способности. Прикольно. Гамбл. Это типа минус точность плюс крит шанс. Шея тебя реже атакует. Я бы, кстати, магу дал эту фигню. Или разбойнику. Провокация тебя чаще атакует. Тоже... Кстати, ему можно провокацию дать. У него останется еще на провокацию. О, это что такое? Новое что-то. В некоторых случаях причина стойкости оружия противник бросит. Че? В смысле? О. Ломает оружие противника, что ли? Нифига себе. Блин, мне вот это нравится. Всегда первый атакует. Вот там про вот эту за 20 вообще непонятно, что это такое. На культ свиток, который... Что-то солнце, луна, хрен поймешь, что это такое. Так, мне надо сейчас перебросить, значит. У нас тут навыки. Вот здесь оккульт свиток. В конвой все складываем. И меч, кстати, закончился у нас. Пум-пум-пум-пум-пум. Всем привет, Старгейзер, здорово. Заходи на ВК Лайф и ставь сердечко, пожалуйста. Пожалуйста. Тестируй, рассказывай, как тебе там вообще. Так, опа. Это книга молнии? Brave Sword. О, это супер меч, да? Такой дважды. Thunder A. Thunder A. Блин, надо, короче, распределить кому-то все эти скиллы. Усилялки. А то я что-то не юзаю ни хрена, блин. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Бьёрк Гвард. Вот это сильная, кстати, бабёнка. Её может прокачать вообще дополнительно. Здесь все топоры закончились. Хаммера 4 осталось. О, а смайт еще есть. Так, а смайт это что? Что такое смайт вообще? Что он даст? О, надо джавелин, кстати, взять. Просто вдруг, если надо будет пульнуть куда-нибудь, да? Ей надо прокачать Акопия, кстати, обязательно. Я только так и не понял, она какого грейда? То есть у нее персонаж прокачанный или не прокачанный? Ну, то есть у нее уже престиж-класс взят или нет? Мне вот это вот вообще не ясно. Реально не знаю. Ну, то есть, как определить, взят у него престиж-класс или нет. Пум-пум-пум. Поставил сердечко. Супер, бля. У него плохие новости. Блин, ты что ему там рассказал такое? Он обманывает тебя. Он тебя обманывает. Не слушай его.
Так, этот парень новичок у нас какой-то, да? Спир какой-то там. С 1-2 клеток Б копье 12 сил. Хорош копье, слушайте. О, Астрид там наваливает просто. Как не в себя. Этот тоже валит всех. Ему надо копье обычно. Ему вообще тут все продать надо. Так, надо посмотреть, что можно приобрести здесь. Во-первых, sell item, да? $32 голды, блин. Капец. А если я не смогу здесь купить эти копии? Так, ну вроде нормальные мечи все. Покоцанных нету, да? Ага, вот, джавелин опять. Спир 3. Хэви спир 6. Топоры. Хаммер 4. Блин, ну хаммер иногда решал прям вообще. Так, это оставим. Луки на месте. Файры на месте. Молнии на месте. Магия. Пойдет. Все как надо. Хил продаем. Хил 7 продаем. Бля, вот эти вещи надо куда-то пораздавать всем. Бесцельная. Она стоит вообще бесконечно много. Так, конвой. В общем, надо реально решить, кому уже я дам все эти итемы. Два усиления. То есть дает increased range, увеличивает силу. Получается, на главном герое. О, у меня два сердечка, офигенно. Ставьте сердечки, чётик. Катериночка, зайди, пожалуйста, на ВК. Плей, поставь сердечко. Ну и вообще, если удобно, можешь оттуда смотреть второй вкладкой. Буду вам очень благодарен, ребят. Добрый вечер. Так. А увеличит магию. Увеличит магию. Магию увеличит. Magic, magic. Спидвинг, увеличит скорость. Шанс попасть. Скилл. Блин, вообще я не знаю. Лак. А какие-то капы же есть, да? Блин, реально я не знаю, кому это дать. Талисман какой-то. Это используется. Magic Resist. О, Magic Resist. Блин, серьезно. Не, ну если тебе неудобно, можешь, конечно, не заходить. Я так, если... Если нет проблем, как бы нечем заняться, буду признателен. Итак, у него Steel Sword'ы продаются. Мы накупим сейчас всего. Парочку Steel Sword'ов. Дальше, Steel Lance'ы. Джавелины есть вроде стилакса. Просто пусть у меня будет все. 200 стоит, ничего себе. Ну ладно, нормально. В шопе, значит, надо хилку купить. Или уж мэнды покупать усиленные. Ну, я, в принципе, и обычным хилю, да? Чё мэнди-то? А то у риса посоха нет, блин. Так, у риса есть теперь. Мисти тоже куплю. Так, все отлично. Ну и последнее, что надо скрафтить, это скрафтить пушку какую-то. Какую только пушку? Меч, может, крутой кладенец. Кейран, значит. Топор есть. Ему надо взять топор. О, нифига их накупил, блин.
Жесть. Томахавк, метательные киллеры. Пусть киллеракс будет, я не знаю. Полокс против маунтов, да? Ну, пусть будет на всякий случай, все равно слот свободен. Амонь, ты мега популярен, 3 сердечка. Блин, никогда еще столько лайков не было. Реально круто. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Здесь мне нужен обычный меч. Take my heart, как говорится. Взял обычный меч. Готово. Дальше. Что еще нужен? Мисти. Здесь все как надо. Джилл. О, что-то металки-то нету. Конвой. Так возьмем. Ну и надо какой-нибудь Silver Lens, я не знаю, взять. Killer Lens. Ну, просто что было, да, сильное что-то. Этим я не играю. Здесь все, что надо. Татьянушка. Конвой. Так, гиф, отдай вот этот топор, я не знаю. Давайте Татьяне скрафтим, что ли, пушку. А то что она сидит такая? Готовченко. Татьяне на красный цвет. Великолепно. Все, она очень довольна и говорит вам спасибо. Значит, дальше у нас что? Так, топор есть, усиленный топор. Метательный обычный есть. Все как надо, да? Еще можно разве что взять какой-нибудь вот такой. Просто, чтобы было, да? Так, этим не играю. Не играю. Хотя бы вот хотел нифига не прокачать, конечно. Так, Стефаном не играю. Блин, очень сильный чел. Этим не играю. Шиноном не играю. Хиллер не играю. Пушки не нужны. Здесь вообще есть все, что хочешь. Так, во, ничего себе. У тебя все сломалось, что ли? Ты что? Steel Lens возьми, не знаю, себе, что ли. Джавелин возьми. Метаться-то надо чем-то, правильно? Скрафтил мегапуху. Включил на двух фоне вообще в 240. Ой, спасибочки огромные. Ребят, если вам это как-то затруднительно, можете, конечно, не делать это. Это я просто... если не парит, как бы, вас это. Марси. Или Марси... она же у нас ап, но, блин, точно, она же Falcon Knight. Ей надо срочно что-то дать. Take my heart. Блин, а у нее, кстати, улучшенного копья нет, да? И она может сильверами пользоваться. Можно отдать вот это вот. Взять сильвер. Например. У нее скорости очень много, она всегда будет обгонять всех. Надо в ком добавить ВК Плей. Да, оно как отдельное, восклицательный знак ВК. Оно будет, должно показываться периодически. И надо вообще сделать так, чтобы объявление периодически само вылазило, типа. Так, здесь у нас все есть, здесь все есть. А, все, мы готовы, ребят. Видите, как быстро. Сохраниться надо. Тестим ВК Лайв. Заходи, поставь сердечко. Абсолютно круто вообще. Ливнуть с базы. Итак, вы собираетесь возглавить небольшое подразделение на разведывательную миссию? Да, это такой наш план. Таков наш план. Однако, хотя мы захватили замок, там все еще есть очаги сопротивления дейнов. Ну, правильно. Возможно, они попытаются организовать атаку, вернуть дворец. Я хочу, чтобы ты был главным здесь. Защищал замок. Это, конечно, не проблема. Однако ты берешь с собой принцессу. Ой, да ладно, не парься ты.
Вам не кажется, что было бы безопаснее взять больше войск? Даже если мы разделим наш батальон, у нас достаточно людей, чтобы справиться с обеими задачами. А, короче, суть в чем. Нам прислали подкрепление с Бегниона, да, которое апостол вот это было, когда мы плавали, попросить помощи, да. И суть в чем. Наш волшебник, который помогает мне, да, мой тактик, он говорит, что, ну, надо к ним присматриваться. Часто бывает так в крупных вот этих играх монархов крупных, да. Они сейчас прислали свою армию на помощь нам. Потом мы, говорит, победим, а они скажут, что это они, типа, Бегнион отвоевал, короче, все такие молодцы, а ваш отряд наемников вообще забудут, спрячут и заплатят вам и скажут, валите отсюда. А Бегнион поставит свою пешку, типа... Ну, Элинсия будет чисто просто в неоплатном долгу перед Бегнионом и будет их пешкой на большой игре. Просто должница их будет вечной. И типа аккуратнее с ними надо. И вот сейчас мы пытаемся оставить их здесь, а сами уехать с принцессой. Короче, сделать так, чтобы не казалось внешне, как будто Бегнион выиграл эту войну. Хотя у нас сейчас одни победы на фронте. Грубо говоря, типа политическая игра такая, чтобы не произошло такого. И он такой говорит, а что вы принцессу забираете? А я ему говорю, типа, оставайся, замок охраняй. Ну, чтобы, типа, он не шел Эшнарда короля убивать. Тут, короче, сюжет просто охрененный. Вот реально, игра просто топовая. Мало таких игр вообще. Я просто не привык передвигаться с такой большой группой, понимаете? И вот он пытается отмазаться как-то. И для этой миссии я бы хотел, чтобы число его, ну, вовлеченных людей было как можно меньше. Хм. Но дело не в том, что я не понимаю, что ты чувствуешь. Но мы пойдем на компромисс. Хорошо. Знаешь, для кого-то из Бегниона ты довольно гибкий. Это значительно ускоряет процесс наших войск. Процесс наших переговоров. Чтобы быть солдатом, нужно уметь быстро приспосабливаться к окружающим обстоятельствам. Да, верно. Что ж, увидимся позднее. Ну, увидимся. Насир — это наш предатель, да? Это то самое место? А, это то самое место, о котором упоминал Насир. Храм Пальмени. Храм Пельмени. Я надеюсь, что все, что он пытался мне сказать, станет ясно, как только мы войдем внутрь и осмотримся. Я до сих пор не могу поверить, что Насир был на стороне Дейна. Я просто не могу поверить в это. И он... позволил этой девушке дракона уйти. Хотя я уверена, что у него также были причины для этого. Здорово, Мань. Добрый Скаль, давно не виделись. Здравствуй, рад видеть тебя. Как поживаешь? Интересно, ты действительно был на Сире или его заставили это сделать? Хотя, кроме моей семьи, единственным людям, которым я показывал медальон, был этот Титания, принцесса Элинсия и Насир. Кто же еще это мог сделать? Я думала, что смогу ему доверять. Я действительно это сделал. Почему? Почему он нас предал? Да, украли медальон, кто вдруг не знает. А медальон — это сила, в которой заключена была богиня тьмы. Короче, там вообще жесть. Очень сложно было ее побеждать когда-то давно. А сейчас он у короля Эшнарда, у вражеского, этот медальон. И он хочет ее использовать, чтобы высвободить или воскресить эту богиню, короче. И черного рыцаря, который убил нашего отца, отца Айка, отправили, чтобы своровать. Они сначала хотели цаплю своровать, ну, Софирена или как вот там, Белокрылого. Но так как узнали, что нашли его сестру, они послали за ней, так ее магия более сильная и древняя. И то есть тут на два фронта сейчас уже разделилось все. Да, в этом году я редко, получается, на Твиче сидеть. Стараюсь наладить дела, но обстоятельства тяжелые. Да, у нас сейчас вообще сложно наладить дела. Это точно. Никто не вернул амулет, он у Шнарда короля, там вообще жесть сейчас будет. Альп, рад тебя видеть. Таверн-контроль, посетитель таверны, все уважаемые, а также не переводони трактирщик. Здрасте. Так, а я, кстати, сижу в таверне без Эля. Я сейчас приду, ребят. Думаю, что не так.
то не так, думаю. Ой, сразу похорошело так. Альп, ты вот пришел, зашел на ВК Плей, поставил сердечко, нет? Вопрос у меня такой к тебе. Размышляя о прошлом, размышления о прошлом не помогут. Давайте взглянем на этот храм. Так, а тут у нас что? Это вообще что за парень такой? Что ты сказал? Кремянская армия здесь? Блин, этот храм кто-то охраняет. Они хотят исследовать храм. Что я должен им сказать? Бля. Мерзость. Это нехорошо. Так. Я не знаю, что им нужно. Но если они найдут нас, наемников, которые встали на стороне Дэйна, они уничтожат нас. Не на все воля богини. Смирись со своей судьбой. Прими это. Не будь дураком, пометный летучей мышей. Никто не перевернется и не умрет здесь. Не перевернется это. Смерть для неженок. Так скажи мне, сколько их там? Кажется, их около 10, включая женщин. Ха-ха-ха-ха. Это хорошая новость. Давно не было женщин. А что? Да, если их так много, мы можем позаботиться об этом сами. Это будет все равно, что украсть ребенка из колыбели. Так немного. Хорошо, тогда вон план. Притворись, что хочешь им помочь, а потом веди их внутрь. 4 сердечка, божечки. Спасибо большое за сердечки. А это, и слушай внимательно. Тебе лучше ни слова не обмалываться о том, что мы здесь. Или еще тебе будет каюк. Леорхард, добрый вечер. Добрый вечер. Заходи на ВК Плей, тестируй площадку, ставь сердечко. Буду очень признателен. А еще лучше в 2 вкладки вообще. Кстати, народ, хочет кто-то халявную подписку на Бусти? Я хочу! Я хочу! Но я не могу просто так их обмануть. Ты о чем ты просишь? Кстати, о подписках на Бусти. На ВК Плее Бусти подписка — это равно сапка. То есть все, кто на Бусти подписан, это сабы на моем канале на ВК Плее. Потому что он интегрирован, как на Твиче сапки. То есть там... Это, ну, то есть там сразу это как подарочные подписки и так далее. Это интеграция идет Бусти и ВК Плее, вот этой площадки. А ну заткнись! Не забывай, что все остальные священники у нас под контролем. Если ты не хочешь, чтобы они пораньше встретились с богиней, делай так, как тебе говорят. О, милая богиня. Да не, ради бога, отказался. Я это говорю вообще всем, в принципе. Я не буду вам врать. У меня с ними рекламное соглашение торговое, как бы, и, соответственно... Почему мне это понравилось? Потому что мне никто не заставлял ничего говорить. Вся суть этого соглашения в том, чтобы я просто туда рестримил, рассказывал о том, что там есть канал, ой, что там есть новая площадка, и что надо ее протестить. Ну и так и есть, ее действительно надо протестить. И суть основная этого всего для того, чтобы я ваше мнение узнал о площадке. Вот. Не, ну а тут как бы ничего такого. Это нормальное намерение. Собрать фидбэк у людей напрямую. Ну то есть я не вижу ничего плохого в этом, реально. Никто никого ни к чему не обязывает, как бы. Так что, если у вас будут какие-то мнения, улучшения, что вам не понравилось, там, что понравилось, что кажется, все ништяк, так и говорите. Хорошо, мы бы хотели осмотреться. Пожалуйста, покажите нам каждую комнату этого храма. Мы кое-что ищем. Отлично. Очень. Тут очень много комнат. С вами все в порядке? Вы выглядите как-то странно. Почему так дрожишь? О, боги, пожалуйста, простите меня. А, это ловушка, it's a trap. It's a trap. Взять! Пожалуйста, простите меня. Да, я думал, что может случиться что-то подобное. Мы готовились к этому. Я не знаю, как вы пронюхали о нас, но появление в такой маленькой группе означает, что вам не повезло. Никто из вас не выберется отсюда живыми. Блин, Насир нас опять подставил, походу.
Мы только что пробились к столице Дейна. Ты даже не замедлишь нас. Ха-ха. Самоуверенный, да? А кто сказал, что это будет честный бой? Ага. В смысле, чат, видео не грузится. А где видео не грузится? На YouTube, на ВК Плей, что ли? Что? Что ты делаешь? Эй! Выводите остальных. Ой, спасибо. Чё народу так много? Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать в нашу таверну. Будьте как дома и приятного просмотра. А как правильно читается? Акхазов. Надеюсь, правильно. Если что, скажи, как к тебе обращаться. Чё за чел с ведром на голове? А где? А, это Бишоп. Это Бишоп. Это хиллер. Вы, дураки, будете нашими щитами. Что? В конце концов, ты не такой уж бесполезный. Он хилу говорит. Вы грязные собаки. Это невинные люди. Вы не можете... О, богиня милосердная, пожалуйста, помоги нам. Если не хочешь, чтобы твои дерзкие мантии покрасились, ты нападешь на этих подонков. В красный покрасились. Если ты даже подумаешь о том, что предать нас, я убью каждого. Но ты не можешь. Ох, кремяне, пожалуйста, простите нас. Мы не можем позволить нашим братьям умереть. Блин, капец, их тут маги все, да? О, а вот где мне резиста пригодится, а у меня его нет. А трактически ты теперь в ВК будешь продвигать? Я же объяснил только что. Good luck, не говори. The Actuarist. Actuarist. Я надеюсь, правильно ник читаю. Hello, man. My English is very, very bad. I'm sorry. I'm glad to see you. Или как-то я рад тебя видеть, да? Я рад тебя видеть. Этой трусости я не потерплю. Этих священников заставляю сражаться против их воли. Мы должны попытаться спасти как можно больше из них. Поехали! О, их еще и спасти можно. Ё-моё. Так, отставить телефоны, пора сражаться. Я уже устал и немного прослушал. А, я же говорю. А, у меня рекламное соглашение. Рассказать о... ВК Лайф. Мне ничего не нужно там, ну, то есть, ни количество просмотров, по сути, ничего. Моя задача — собрать отзывы ваши. То есть, сейчас идет активное тестирование площадки. И, ну, то есть, я просто хочу помочь им. Поскольку, ну, это нормальное соглашение, меня оно устроило. То есть, мне, грубо говоря, заплатили за эту рекламу, но я ничего не должен им ни хвалить, ни отрицать, как бы. Просто нужно собрать мнение людей. Ну, то есть, реальный отзыв, настоящий фидбэк. No worries, I can still watch. Thank you. I'm sorry. Так, units. У нас 11 человек. Айки, Ран, Марси. Здесь много магов. Давайте посмотрим, что тут есть. Канада. I'm Russia. А как сказать, я не выбирал, где родиться? Just a moment, please. Так, переводчик. Я не выбирал, где родиться. I didn't choose where to be born. Это правильно? I didn't choose where to be born. Так, вроде, да? Так. Значит, хилов можно не бить, я так понимаю, да? Пам-пам-пам. Вейн Айкс, это топоры с ядом, да? То есть мне нужно не бить хилов. Pass of Radiance. It's a very nice game вообще. It's Pass of Radiance. Это вот... А, заказы кто-нибудь. Напишите восклицательный знак заказа. У нас
Fire Emblem Fates Conquest. Дальше будет. Ну как дальше? Потом. Fire Emblem's Radiant Dawn. Так, нам надо узнать. Значит, маг вот этот, да? Мага в первую очередь надо. Значит, лучник. А, это вор, кстати. Тут... Ой, тут еще и сундуки. Надо как-то быстро до воров добраться. То есть мне вор нужен здесь, полюбас. Self. Престов не трогаем. Так, еще один маг, еще один маг. И еще один супермаг. Болтинг. 3.10 рейндж. Но главное вот тут, вот, вот тут и вот тут. А вор, я вижу только одного вора здесь. Доброго времени суток. Привет, Крис Дарк. Заходи на ВК Лайв, поставь сердечко, если тебе не лень. Так. Вор только один. Вот. Раз, два, три. Значит, нам надо сюда бустить в первую очередь. В первую очередь нас сюда. Так, а эти присты, они ничего не бьют, да? То есть ничего не делают, они только защищают. Так, ну ладно, в принципе, понятно, что тут делать. Смотрим, значит, вор определенно нам нужен. Вольке, окей. Пум-пум-пум-пум. Будем Fire Emblem до пенсии проходить. Ну, в принципе, уже финал почти, что нет-то. Let him speak from this heart. Бывает, на стрим приходят иностранцы, которые пишут на английском, но все понимают. А, да, есть такое, я знаю. Перевод правильно сказал, а ты нет. Да и ладно. Так, Рис у нас новый суперхил, да? Астрид, кого я могу заменить? Я могу взять Сорена, Титанию. Нифига себе. Сорен, Титания. Сорен, Титания. Заменить кого? Ну, тут все такие классные. Мне кажется, мне летчики здесь не нужны будут, потому что там, ну, лучники и всякое такое. Хотя ее я хочу прокачать. Ну, опять же, с каждым бою они собирают... Блин, ну как сорную Титанию не взять? Что вообще? Что, маран какой-то. Бум-бум-бум. Блин, это же, конечно, вообще жесть. Риса не брать, что ли, получается? Титания по-любому нужна, у них связь, потому что качается. Ну и Сорен нужен. Сорен нужен, потому что тут магов так много. Хотя, с другой стороны... Блин, реально не знаю, кого не брать. Такой выбор сложный, пипец вообще. Я бы вот Вольк не брал, но он нужен. Можно Астрид не брать, у нее связь, потому что только с одним, с Соза. Но Астрид нельзя не брать, потому что она всех шота здесь будет, и с Рынжак там уже. То есть она мне как бы нужна. Первый отзыв на ВК Плей. Классно, что можно отматывать стрим назад. Да, это удобно, как на Ютубе, да? Минус, не вижу, где можно добавить смайлики. Кстати, может их пока и нет, я не знаю. Тун-тун. Ну вот это, практикуйся, общайся с человеком. Блин, мне надо как-то Сорена запихнуть в пати, я считаю. Но как его взять, я уже просто не знаю. Танит, Рейсен, Марсия. Вот я ее держу, потому что Рейсен, Рейсен. А только Рейсен вообще. А, нафиг он сдался, блин. Может и Танит, и Марсия отменить, похеру вообще. Я ее прокачать просто хочу. Так, скажите мне, пожалуйста, это апгрейженный класс у нее или нет? Falcon Knight. Это вот уже улучшенный класс, да? Или нет? Короче, ладно, Танит убираю.
Ну, пробуем. Сейф и поехали. Файт. Опасность к нам представляет вот этот парень. Но опасность представляет только в том случае, если я подставлю небронированных юнитов под него. Точнее, небронированный... О, я Вольки поставил случайно. Не того поставил. Вольки уводим. Вот он, конечно, шотница. Настоящая война. О, да. Будет завтра с Будуна. 9 резиста, да? Мы не бьем... Так, у него армор пробивающийся. А армор слэйер. Блин, надо бы Титанию подвести сначала. О, проблема. Проблема. Большая проблема. Потому что Титанию не подвел. Конечно, можно мечника добить. Можно это. 17-17. Мне не хватит урона. 3-4. А нифига себе, я мало бью так-то. И получаю в ответ очень много. Можно добить мечника. 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 Вот. Допустим. Ну, хотя бы кого-то убить. У него, конечно, в руке теперь металка будет. Но мы можем это изменить. Прячем ее, хотя ее будут сейчас распин... Опа, Лагус. Против Лагусов. Хорошо, что мы не взяли таких юнитов. Здесь, по идее, надо мага убить. У него очень высокий резист 15. Блин, реально не проходит. А, у меня с рейнджа может атаковать. Но подставлять ее я не хочу. А летчик залетит туда? Нет, не может. А почему? А почему? Странно это. А хилы-то могут вообще отойти куда-нибудь? Блин, это тоже не достает. А, блин. Ошибка!
Так, блин, 90% шанс попасть, 94, она промазала в прошлый раз, представляете? 94, она мажет все равно. Это ненормально, я считаю. Нам надо, кстати, надо как-то аккуратно действовать. Вниз, может быть, даже. А этот, кстати, не стрельнул, да? Он не может стрелять, если за стеной находится. Почему он не атаковал? Очень странно. Я же в видимости у него нахожусь. А он не атаковал при этом. Подонок какой, а. Блин, а эти хилы вообще отойдут? +20 80% шанс попасть. Пожалуйста. Жаль. У него так часто прокает этот соло вообще. Бам! Просто не промажь и все, чел. О, ну я не тебе, я своему. Два раза подряд соло прокат... Бам, имба просто. Еще хилится, весь урон, который наносится, в отхил идет. Мне кажется, паладины просто читерство. Ну реально. Паладины, блин, читеры. Ну как мне убить теперь? Метательным топором, что ли? Оу. Даже стрелять не могу отсюда. Ой, да подожду, короче. А соло со 100% попаданием? Нет, попадание... Соло — это просто включается пассивка, когда ты регенишь вампириком урон от нанесенного урона. Но шанс попасть, ты можешь промахнуться как бы этим солом. Хотя, ну, мне кажется... Ну, если 100%, то клево. Не знаю, как это точно работает. Я же первый раз его поставил, откуда я знаю. Сижу умничаю, блядь. Сижу такой размышляю, блин. Ага. Кайфово, да. Так. Мне надо... Ого. Ого, бахает. Может быть, действительно нельзя от него уклониться, если он прокнул. Было бы классно. Мне надо Татьяне еще сол, кстати, вроде запилить. Если у меня будет три паладина с солом, это вообще неубиваемая стена. Ну, как мне кажется. Блин, а тут бы рокировка, конечно, зарешала. Хотя он не пройдет, только если хил отступит. Но миссии лучше не подставлять. Блин, капец, ренжа какая-то лютая. Не забываем, что тут топорщики еще ходят. А, это еще и лучник. А, ну хана им, блин. Зря он вообще вышел. Ой, зря. Ой, зря. Ну, а хил-то вообще будет отходить, нет? Господи, мне кажется, Астрид всех одна убьет. Опа. А откуда у них там подкрепление вообще? Слагус Слэр, еще и с Пэтом. Блин, а можно поменяться местами? Ой, блин. Так, сюда, короче, надо хила поставить за нее. Ты, в принципе, молодец. Тебе надо будет чуть-чуть похилить. Чуть-чуть похилить. Это все милишники остались. О, лонгсворд. Ключи. Отлично. Ну, вот сюда сейчас поставим. И мы можем даже с рейнджа атаковать на пофиг. А что нет-то? На тебе. Он еще и убьет. А, он всего один раз бьет. Очень быстрые мечники. Остаемся здесь. Хотя надо было сюда другого кого-нибудь поставить персонажа. Вот, и я поведу сюда хила. Будет за ним стоять. Хотя никто никогда не пробьет Оскара. Зачем ему вообще хил, я не понимаю. Блин, бессмыслица какая-то. Что он тупо всех убьет. Зачем ему там... Что-то придумывать вообще.
Кстати, вот отсюда, надеюсь, никого не придет. Если придут, это будет жопа полная. Я все еще не знаю, как вот этого убить. А, нам надо будет Астрид послать. Она его точно убьет. Но хил-то все равно на проходе стоит. Может, как бы можно их чуть-чуть-то поубивать или нет? Кто в курсе этой карты? У нас есть шорт. Так, 22. Я его убиваю? Убиваю. Бойт это просто пипец. Это просто, блядь, пипец. Бойт крушить, бойт ломать. Блин, ну не залетает он туда. Что делать? Побайтить здесь кого-нибудь? Я хочу, чтобы с центра выдвинулись. Отлично, он начинает сливать заклинания. Ба-бам. Уклонился, вообще замечательно. Я знаю непостижимое. Вижу незримое. Мое почтение Демиургу. Кружки в час за Демиурга. Здорово, Мановар, рад тебя видеть. Прошел я Gotham Knight. Слушай, вот пипец, я со всеми обзорами теперь не согласен, которые там делали. Во-первых, мне игра понравилась, я 65 часов наиграл. Я еще и без стрима играл. Мне реально зашло, прикольно бегать, убивать. Смотрел утренне, жесть она меня взбесила, эта уважаемая госпожа. Чуваки, кстати, делайте клипы, делайте клипы. Сегодня такие смешные клипы у нас получились с утреннего стрима, вообще прям ништяк. Там вроде даже комбинация клавиш есть для того, чтобы их как-то быстро сделать. А, и вопрос сразу по теме. Можно ли здесь убивать этих престов? Они мешают, капец. Вот как пройти дальше? Я не знаю, как пройти. Он просто встал здесь, и все. А, я мог стрельнуть. Почему я не стрельнул? Пум-пум-пум. Так, а что не хилится? Понял, что я супач периодически. В общем, оптимизация нормального игры была. У меня, по крайней мере, не лагала особо. Ну, 60 FPS было, 58 всегда, кроме очень редких моментов, когда летаешь там. На ВК команды не работают. Конечно, на ВК не работают команды. Потому что бот только на Твиче у Гуда. Тун-тун-тун-тун. Блин, ну как же их убить-то? Мешает тут. Чем меньше престов убьешь, тем лучше награда будет. А хоть... А, толкать! Толкатель, блядь! Ты же мне подходил, чувак, в зале, когда перед этим говорит, а как ты поступишь, если он стоит? Если ты не хочешь с кем-то драться, толкни его, блядь! Супач, ну как же так-то? Точно! Блин! Ты гений, ё-моё, я дебил, извините, пожалуйста. Не хотелось признавать, блин. Не хотелось. Ну как, Тор? Ну как это так-то? Ну, ну реально ведь. Все заново играем. Серьезно. Толкнуть просто. Просто толкнул. Я в шоке. Я не могу не материться. Это просто издевательство. Просто супач какой-то. Вообще полное. Это невозможно играть. Это неиграбельно. Ну вообще. Вообще неиграбельно. Не говори. Пипец какой-то. Это просто супач. Ой, да пойду я вот сюда и все. Я там с солом танкую, как не знаю кто вообще. Так вот, встану здесь. Они все равно ко мне сами придут. Эй, кто за дверью? Подходи в сортир по одному. Ой, откуда это в моей памяти? Чудесное произведение.
Натя. Вот мысль, кстати. Заряди ВКшникам, чтоб бот с командой напилили встроенных. Я не знаю, можно настроить, чтобы там работали команды или нет. Вряд ли Гуд будет что-то доделывать с ВК. Он не захочет этого. Нафиг кому это, типа. Магия! Бадабум будет большой. Промажет. По-любому промажет. Ха! Конечно же, блин, я не знаю, куда все усилки мне кладануть. На каких персонажей. У меня там столько вообще этих усилителей. Два на силу, два на броню. На скорость есть спидвинг. Еще там на магию. Ну, магию Сорен. Но Сорен не бьет ни хрена. Может, Мисти отдать. Мисти, бывает, бьет мечом своим магическим. О, два точных персонажа. 26. Это слишком сильный парень какой-то. С топором с очень большим. Не-не, ты не понял. Пусть ВК сами сделают встроенный бот для дебилов. Ага, конечно. Да, возможно, так и есть уже. Вон, Рутони можно подключить. Просто я там команды не пишу на нем. Вообще есть уже возможность написать туда. Все, что хочешь. Фантастика какая-то. У меня такое ощущение, я типа теоретически могу просто отправить туда самых сильных героев, и они все пронесут здесь. Ну, по факту я уже могу... О! Воры! 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 Даже не думай, блядь. Даже, сука, не думай. Шел отсюда. О! ГГ. А, два раза бью. Ой, молодец ты какой! Просто лучший, блин. Вот... Вот, молодец. Реально, рыли молодец. Так, а тут что у нас? Столпотворение какое-то. Во-первых, вот этого парня надо. Просто пока я смотрю, там площадка стандартная. От того же Трова, ну, минимум отличия, если не брать ману. Может быть, если они сами предоставят стримерам ботов с командами и прочее. Так это ты, любой стример может настроить. Просто я пока все это не делал. Ну, что надо, настраивать, что ли, командовым там? Я даже оповещения с подписок там не делал. А вообще... А, кстати, все на VK Live, все привязано к Boosty. То есть, кто подписывается просто на Boosty бесплатно, это подписка на VK. То есть, ты когда на VK жмешь подписку, это то же самое, что на Boosty. А платный подписчик на Boosty — это саб на VK Play. То есть, кто не знает. То есть, как на Твиче сабы. То есть, у тебя будет иконка, что ты саб на VK Play, кто на Boosty подписан. Это интеграция полная у них. Так, один урон он мне нанесет в ответ. А это снайпер, да? Слагус был боу. Ну, снайпера вот этим бьем. Нужно, говорит, к аккаунту Boosty привязать аккаунт в коплы. Слушай, не знаю, как там это делается, но вот я просто рассказываю, что у них интеграция полная. Ну как они дадут? Такого нет, то, что ты говоришь. Ну то есть нет такой, в принципе, функции. Есть боты, они есть везде. Ты можешь подключить платформу. Они единственное, что могли сделать, это дать доступ к подключению твоей платформы. Они его дали. Вот, например, чат Рутони, я же его вижу сейчас с ВК-плея. Это вот и есть. Это оно и есть. То, что площадка дала, ну, добро, чтобы можно было подключать к ним. А в этом Рутони чате уже встроен бот. Просто в него надо команды на эту площадку прописывать. Ну, у Твича тоже своего бота нет, если что. Или вы, типа, чтобы выгодно отличаться от другой площадки, чтобы все просто было и в одном месте? А у них это есть. Например, смотри, Donut Alerts, Boosty и VK Play — это одно и то же. Сколько уже... А, кстати, я же еще должен 120 отжиманий за утро, блядь. То есть, ну, ты, блядь, ты что пришел, блядь, напоминать мне про отжимания? Сейчас пойду отожмусь. Люблю отжиматься. Кто новичок, у нас просто загрузился, 20 раз отжался. Ну, а загружаются, если не вывозят. Ох.
Вампиренок, зашел на ВК Лайв быстренько, ладно? Поставил сердечко. Заставил меня отжиматься, блин. Фу, я тут накачаюсь с этими играми последними, похоже, скоро. Фух, жесть. Видали, тридцаху уже спокойно делал вообще, прям на одном дыхании. Не заметил даже. Только голова кружится. А так нихера больше. Фух. Я пишу в одной вкладке, смотрю во второй. Нахрен мне такая жизнь вообще? Ой, а ты хоть думал, модератором легко, что ли, быть? Фух. Итак, данный стрим может, говорит... А, спасибо большое за... Да, спасибо огромное, спасибо. Прикиньте, повезло нам как. Данный стрим могут в топы продвинуть. Так. Вот это повезло, так повезло. О, там сила и скорость на подходе. На! На, блин! На, блин! Слушай, а какой второй скилл Айку взять? Я вот не знаю. Я ему взял гневку, по-моему, чтобы критовал капал хп. О, ключ. Так. А мы не можем в качестве эксперимента, то есть эксперимента, оффнуть стрим и запустить через другой сервак на Твиче. Нет, не могу, потому что я не через Твич стримлю. Я же рестримлю на три площадки. Так. Это же не Twitch сейчас сервер. И мне вообще нельзя выключать. Мне надо, чтобы был стрим цельный туда. Здесь лучник у нас, лонгбоу. Это неприятно. Но в принципе... Нормально. Не доходит их стрелок. Еще один. Так, а вот это тоже стрелок. Он тоже не доходит. А у тебя прям вообще не грузит. У кого-то еще есть такая проблема, что у вас картинка не идет, а чат нормально работает. Блин, он же бьет еще в ответ, гад такой. У меня как бы видно, что все хорошо, то есть ноль проблем. Это что-то у тебя с плеером или еще может быть что-то? Я не знаю, что там за фигня такая, к сожалению. Да у меня тоже сегодня фигня была какая-то. Короче, у меня сейчас нагрузка на CPU... 11,3%. Обычно всего 1,5%. То есть я не знаю, почему такая большущая. Реально не понимаю. Приветствую, Андрюх, здорово. А дорого стоит так бороду красиво постричь? В смысле, я сам стригу, я вообще не знаю, сколько это стоит. Я что, голову сам машинкой стригу, что бороду. У меня бесплатно. Я, короче, 3 года назад купил машинку за 1300. Онлайн магазин и все. Ну вот и чат, говорит, отвалился. Ништяк, говорит, Илюша. Капец какой-то вообще. Ой, блин, дайте я хоть сам зайду, посмотрю. У меня-то работает вообще. А, ну да, у меня работает. Так, кем я еще не сходил? Здорово, Андрюх. Ты у нас новенький, что ли? Давай знакомиться. Что тебя занесло в нашу таверну? В обитель офигенских олдскульных игр. Кстати, а я же не смогу теперь отвезти. То есть мне надо, по идее, на клеточку назад отойти, тогда он выйдет. Да? Эквип вот так сделаем, и он тогда выйдет к нам, вот сюда. А потом мы просто оттолкнуть сейчас не сможем. Можно я тут гадости буду писать? Ну, не знаю, постараюсь, можешь, если хочешь.
Слушай, а есть лучником, фэнтезийным тарком? Есть планы поиграть? У меня нет этой игры, я понял, где подземелье, да, там бегаешь? Шинодем, здорово. У меня сейчас заказы, восклицательный знак заказа. Мне типа нет времени играть в другие игры. Мне надо вот эти пройти. Я же не могу во все играть, правильно? Все, говорит, фантазии всяк. Ну, отлично. Неплохо. Для начала. А я, кстати, не знаю. Вот если здесь оттолкну одного, вот сюда вот, допустим, оттолкну, да? И что мне это даст? Я все равно не смогу здесь ничего сделать. Как я пройду-то? В любом случае не получится. Она бесплатная пока... О! Нифига себе. Но мы с Пулом ни во что не играли вместе, как бы. Так что я не знаю. Я вообще не тот чувак, который коопа, похоже, играет. У меня из всех коопов единственный раз это было прохождение с Гудом Divinity Original Sin 2. Но он так не стример, он наш подписчик, считай, был. Друган наш. И с Гудом мы играли, и все. О, ничего себе. А как-то он через стены бьет вообще. Офигеть, не встать. Среднего не могу убить никак. Не подойти никак нельзя. Он сегодня плакался, что не с кем поиграть. Но у меня, видишь, ну как я буду играть? У меня заказов пипец. Я же не могу все бросить и играть, правильно? Люди же не просто так поддерживали канал и заказывали игры. Не для того, чтобы смотреть другую игру. Логично, сам подумай. Ой, шикарен. Ну, просто красавчик. А Don't Start Together про уменьшенных людей. А, ты про... На Г как-то, да? На Г. Не подумайте, что говно, да? Прикольная игра, кстати, мне она очень нравится. Мы играли с Гудом, ему вот она не очень понравилась. А мне прям супер зашла. Да, Grounded, по-моему, вообще клевая. А вы как думаете, кстати? Я Grounded полюбил очень, мне прям зашла. Мне просто вся вот эта тематика понравилась. Ох ты. А там у нас вор стоит вообще в кустах. Пипец тус. Так, ну здесь всех убили. А сколько они раз-то будут выходить? Откуда у них такая банда огромная тут? Они вообще больные, что ли? А Хант? Вот в Хант я хочу поиграть. У нас вся наша комьюнити в Хант играет, стримерская. Ну, в смысле, экзит-группа. 19-19 хватает. Супер. В Хант я хочу поиграть. Я даже установил Хант. А еще я Baldur's Gate 3 установил. Хочу поиграть. Ну, просто без стрима. Блин, игра топовая вообще. Хант в ближайшее время должен быть. Хочу сам поиграть. Я там с луком. Там же лук добавили, вы знали вообще? Теперь можно с луком бегать в этой игре чудесной. Охрененно вообще. А с Астрой погулять? А чё? Я не гуляю сейчас с ней, ты чё? Какой гулять, ты чё? Все, я дома сижу, работаю, все. Че, дурак, что ли? Вы как без стримов-то будете? Мне вот сегодня человек написал ВКонтакте, говорит, все, собираю чемоданы, говорит. Сходил, говорит, на работу. Да и лапки у меня летние. Только я не об этом. Так, ну что, здесь мы отбились, здесь отбились. Вора пора запускать нам внутрь. Запускаем вора. Шоца. Блин, а если сейчас сюда кто-нибудь вылезет, что тогда делать буду? Надо все-таки помощь вам какую-то отправлять, мне кажется. Его сейчас убьют, чат. Его сейчас убьют. Стопудово, говорю. Рекурс, это спасти? Фу, я молодец. Его бы вот этот чувак убил 100% сейчас вот здесь. Блин, ну если два раза отсюда выходили, один раз отсюда, то по идее сейчас вот отсюда снизу выйдут. Ну просто предполагаю, как бы. Может же быть такое, правильно?
Так, у Татьяны, кстати, меньше всех хп почему-то. Ей надо качаться. Давай. Качаем Татьяну. Амаль, покажи сиськи. Так ты что, не видишь, что ли? Вот же они. Вот они, чудесные мои. Пока не сделают мне твич, буду всякую херню тут писать, говорит. Не, ну ради бога, почему нет? Твич мне запили, да? Так, на охране сундука оставим. Кого оставим? Блин, Бойда, кстати, похилить на. Отлично. Ого, левел отдали за хил, блин. А чё так много-то? Так, ну здесь троих хватит, я думаю. Куда им столько? Так, Марси убьют еще ненароком. Под мага не подходим. То есть самое главное здесь это мага убить. Так, ну смотрите, надо вот здесь толкнуть по центру, правильно? Здесь главное, мне кажется, не затупить. Если видишь в стене руки, не пугайся, это глюки. Смотрите, если я толкну его сюда, что мне это даст? Это даст возможность убить вот этого мага. Но у этого мага два заряда осталось. В принципе, пофигу. Если я убью этого мага, я смогу еще раз толкнуть хила вот сюда в центр. Правильно? Правильно. Потом тогда я вот сюда пройду. Ну да, логично. Логично же? Вроде капец как логично. Угу. Вроде как. Нормально. Вроде бы капец как логично вообще. Я логичный лесник. Кто у нас не сходил? Магия полетела. Опаньки, не понял. Ты что, злой что ли? А его можно убивать, если он злой? Он меня сейчас атаковал. Так. Что-то обстреливаю со всех сторон просто. Ну, Айкс, прям скажем, молодец. Что у вас сегодня интересного было, ребят? Я ж тебе говорил, среднего бей. Да я все правильно сделал, мне кажется. Мне кажется, идеально все спланировал. Так, этот лучник почему-то меня не атаковал. Он хочет, видимо, атаковать кого-то другого. Иначе я не понимаю, нахера он сюда пришел. Что-то было крайне тупо с его стороны. Крайне тупо. А здесь лонгбоу. Я затупил. О, левелап. Ну, сила, скорость, как бы, что нам надо? А что нам нужно? А у него капы, да? Нет, теперь капы, наверное. Блин, реально, офигеть, он мощный. Он просто мощнейший, мощнейший, мощный просто. Лонгбоу достает до меня, гаденов. Гаденов. Так, ладно. Мощнейший, мощный. Ту-ту-ту-ту-ту. Надо было вообще-то Оскаром вверх идти, на самом деле. Что они тут делают-то? Надо последний заряд, чтобы он истратил. А чтобы его не атаковал маг. Маг бы его шотнул сейчас. Ну вот теперь маг закончился. То есть если бы я вора не спрятал сейчас, этот маг убил бы его.
У него закончилась книга заклинаний. Высаживаем этого бедолагу, сами сваливаем. Блин, ну сваливать нельзя. Подходим сюда на саппорт. Сарен стоит здесь на всякий случай, если кто-то придет. Надо по два персонажа, короче, оставить. Этот здесь один справится. Этот здесь один справится. Ты, значит, туда беги. Ты сюда беги. Ты стоя посередине, кому надо, поможешь. Подкачивает меня потихонечку. Ну? Ну? Блин, что-то меня так бьет больно, потрешь. Так, здесь выезжаем. Блин, надо оттолкать этого хила куда-нибудь подальше. Чтоб не мешался на дороге. Так, вы здесь дефаете. Вор начинает свои грязные делишки. Спирит даст увеличивает магию, если что. Это супер важная штука. Так. Главное не промахнуться тут случайно. А, надо было айком потом сходить. Блин, как же он накручивает свое копье, а? Какой мастер копья. Wait. Так, подходим. Вы на поддержке тут, если что. Блин, мне кажется, он его может убить случайно вообще. Так, поехал. Ой, тут же ой, это лучник вообще. Фига себе, он с длинным луком, что ли? Выглядит офигенно. Два лучника? Блин. Это, кстати, специальный развод такой. 45 хп у них, жесть. Это развод такой специально, потому что подводишь сюда... Я хотел сюда Астрид подвести, стрелка. Или магом, потому что кем еще убивать их, правильно? А, они их еще и подхиливать будут. О, боже, нихера себе. Так, надо вызывать Астрид. О, два супер-чародея появились. Охереть не встать. Развеялась магия, яда, хорошо. Охренеть, это реально супер-чародеи. Супер-чародеи приехали, прикиньте. Еще и Лагуса. А я один здесь. А их много, а я один. Так, атакуй, не атакуй, значит. 86 шанс попасть. Не убивает, 100% шанс попасть. Ну, ладно. Титания, на тебя вся надежда. Ты сможешь. Да, она смогла. Молодец. Короче, надо отряд здесь из 3 юнитов оставлять. Потому что подкрепление всегда 3 персонажа, да, приходит. Атакуй, не атакуй, все равно получишь... Блин, десятка, офигеть, дэмидж. Больше, чем под Титания. Жесть какая-то. Ну, нормально подкач идет, кстати. Киеран, твой выход. Не добили, да? Так, а здесь у нас что? Носферату еще одна книга для Риса. Для Риса. Так, ладно, подводим самого главного героя. А ее надо отхилить, кстати. О, блин.
Ей надо отбежать сейчас, эти два лучника вылезут, и все, хана мне. Левелап, сила и магия. Давайте силу магия. Пофиг на скорость. Сила магия. Ну хотя скорость давай, ладно. Пойдет, что? Нормально. Магии не дали, конечно. Короче, проблема, значит, в чем у нас здесь? Есть маг, есть два бесячих лучника. Так они их до посинения будут отхиливать ведь. Слушайте, надо было сначала вот сюда подвинуть двух хилов. Блин, реально надо было хилов подвинуть. Если бы я их подвинул, они бы такую позицию не заняли охрененную, да? Пипец, я сапог, конечно. Но я могу обмануть их немножко. Я могу вот так назад сделать. Им придется выйти на меня атаковать. Они 100% они выйдут, я уверен. Да ведь? Правильно? Будет ведь? Ну, и они назад отойти не могут, потому что они сапоги. Сапоги назад не могут, они все. И они еще и бьют Айка. Вот это, конечно, недалекие они. Сработал план капкан. ГГ. Бля, что за дэмидж, пипец какой-то. Пожалуйста, Сорен, ну один раз, только не два, пожалуйста. Ох ты ж, ё-моё. Как это было страшно. Вот она, ошибка, недочет. Ух, блин. Сорен, давай там, я не знаю. Дэв качай, я не знаю. Дэв качай. Мэджик. Есть. Скорость, мэджик. Офигенно. Просто лучший, самый хороший левел, какой только может быть. Нельзя умирать тебе. Пожалуйста, не умирай, Сорен. Да, надо сразу вообще вот так вот. Да блин, что все не то. Жесть, хорошо, что у него скорости много. Было бы недостаточно скорости, он бы сейчас два раза получил по щам и все. Нифига дымак-то вообще видели вылетел? Он ваншотнуться так-то мог. Он ведь мог один раз уже не дожить как бы. Пипец, как страшно. Пипец вообще. Так, все, здесь мы все зачистили, да? Так. Двадцать три ровно. Раз. Два. Домой. Освобождаем эту клетку для Астрид. Сюда, значит, подходим. Стилбол. Эй, твичевский, говорит, гоу сюда, тут веселее. Тут есть я и нет никаких правил, говорит Иллюжин с ВК-плея. Ну, прям совсем-то не уходите, в две кладки вообще идеально будет. Так-то Твич мой дом родной. Мы там тестируем так. Хватает, кстати. И он с луком, он мне не ответит даже. Найс. Так, вроде зачистили. Пум-пум-пум-пум. А там прям ВК надо? Там же бусти вроде, нет? Я думал, ты с челя выгорит. В смысле, я с Твича вообще. Че, не читал описание канала, что ли? Здорово, Никитос. Не забывайте сердечки прожать на ВК-плей, если вам нравится с нами. Так, здесь остановочку делаем. Здесь ожидаем подкрепления. 31 хп, кстати, похилить надо. 38 хп. Так-то похилить надо. Угу. Так-то похилить надо. Ладно, отойду похилиться. А был бы Рейсон, он бы мог сразу всех похилить вокруг. Пам-парам-пам. А кто не сходил у меня? Кто шифруется, не пойму. А, этот, полусмертник. Блин, ну Сорона потерять, конечно, было бы вообще неприятно. Да господи, успокойся, что ты стреляешь по мне? Никого из них убивать нельзя, что ли? Эти-то хотя бы не стреляют по мне. Поганцы, а. Иди отсюда. Так, потом я, значит, сюда прохожу. Толкаю вот здесь.
Подождите, а если я толкну... Блин, я что-то не то сделал. А, стоп, мне надо вот этого сейчас толкнуть вот сюда, потом вот этого вот сюда, и потом проход откроется. Потому что... Ну да. Угу. Капец, тут еще и загадку какую-то вставили. Возможно, тут затупить как-нибудь можно, чтобы не вылезти. Или нет? Наверное, нельзя. Ё-моё! Я только сейчас вспомнил, прикиньте. Сейчас расскажу. Только сейчас вспомнил. Охренеть, не встать. Вы даже не... Сорен, незаменимая херня вообще-то. Прикиньте, вот этот Сорен... Он же у меня посохи может использовать теперь. Точно. Ему нужно хил став дать. Он же хиллер, блядь, теперь. Вы знали, что он мега крутой чел теперь? Он еще и хиллер, блядь. Он же имба теперь. Блин, точно. Точно. Супач! Ну как? Ну реально. Так, реально будет очень сильный чел просто. Все, заново играем. Ну заново не обязательно, как бы. Тебя похилили? Все, иди, занимай позицию. С кем у тебя поддержка? Мисти. Так тебе надо с Мисти. А у тебя с кем? Блин, надо их парами как-то отправлять. Вот здесь нормально. Айк и Оскар. Вот здесь кто? Киран, Танит. Ну вот Киран где ходит? Иди сюда. Ходит где-то непонятно. Ты с кем дружишь? Татьяна и Мисти. Все, блин. Сорен один ни с кем не дружит. Зато живой, как бы. Что начинается опять? Задолбал ты своей магией. Кривой. Вот кто рукожоп-то, оказывается? Не я, блин. Все время меня рукопожопом называют. А оказывается, вон кто рукожоп. Трактирщик, надо еще парочку таких команд написать. 50 оттенков самокритики. Да не надо, мне и так уже супач, сапог, блин. Вы меня обзываете вечно, блин. Хотя я хорошо играю вообще-то. Я-то знаю... Я-то знаю, что я хорошо играю. Ой. Так что не надо. Успокойтесь. Сбагойтесь. Не, иногда, совсем иногда чуть-чуть становится обидно, так знаете, типа. Ты вроде бы неплох, да, тебя все, все время, постоянно тебя все оскорбляют. Ты расстраиваешься. Так ты сам себя обзываешь. Ну не важно же мне обзывать. Что я буду говорить? Чат вонючий вечно отвлекает меня, задолбал уже. Нельзя же так говорить, правильно? Приходится говорить, что, блин, супач. Фу-фу. Джилл вообще с кем дружит? Ни с кем, да? Мы уже смотрели с Мисти точно. Все. Ни с кем не дружит. Треугольник не дружбы, вот. Иногда можно, но редко. Хорошо. Буду редко. Но метко. Сегодня вот обозвал какую-то женщину в этом, в Gotham Knight. Вообще, кстати, обозвал, кайфанул. Просто, знаете, как-то полегче стало на душе сразу. Хотя вроде ничего плохого не сделал. Ведь, про, ну, правду сказал. У меня там еще 3 сундука, мне нельзя никуда идти. Ой, ну хорош, хорош, прекращай. Ты назвал ее толстой? Нет, хуже. К сожалению, хуже. Она не толстая просто была. Пришлось по-другому. А как сильно ты расстраиваешь? Ты плачешь после стримов? Да я прям во время стримов плачу, просто не видно. У меня профессиональный плач уже такой. Сижу и ною, знаешь, постоянно. Слез нет, сухие слезы. Но мне очень больно. Внутрь плачу. Да, я плачу внутрь просто. Блин, где Бойд мне нужен? Где Бойд? А, вот он. Да, Бойд. Пара-пара-пам. Еще два мага этих дурацких стоят. Вот отсюда полюбас подкрепление должно быть, как бы, да?
Как-то очень страшно. Меня вот этот чувак бесит. Он с этой магией долбанный здесь постоянно бьет. И может убить его реально. Сейчас чего-то эти двое будут бить. Ты плачешь, когда отжимаешься. Вот, кстати, нет, когда отжимаюсь, не плачу. Я потею слезами, слезами. Да, с потом выходит. Тело плачет просто. Плачу под мышками, когда отжимаюсь. Так, я плачу, когда 31 декабря надо до 10 оставаться на работе за компом. О, да. Вау, Silver Bow. Silver Bow. Я хожу вором, чуть не хожу-то. Один раз не сходил, все. Ну что теперь, не хожу, что ли? Буквально один разочек не сходил. Блин, да эти монашки меня бесят. Че они лезут-то? Может, этих-то можно убивать, в конце концов? Мановар, не знаешь, этих можно убивать? Ну, они попутали реально. Реально попутали, посмотри. На, блин, домой иди. Пум-пум-пум-пум. Ты что, тоже к нему не пройти ни хрена. Я, в принципе, могу его убить сейчас. Но я сундуки еще не взломал, так что. Здорово. Здорово, Кустик. Wait. Ну, wait. Тун-тун-тун-тун. Так, что у нас тут интересного? Балаган. Балаган какой-то, короче. Балаган. Что-то подкрепление больше не выходит. С правого нижнего угла, кстати, ни разу никто не пришел. О, ошибка! Сука! Блять. Сила и скорость, пожалуйста. За убийство приста. Ну хер тебе. Согрешил, все, нихера не получишь. Слушай, говорит, а тебе вроде бы надо было отжаться много раз. А я уже 30 отжался, у меня было 120, мне еще 90 раз. То есть 2 раза по 30. Ну или там по другим количествам. Я делаю дело. Да, кстати, да, приходили снизу один раз справа. Ну, томагавк еще один. Супер. Супер. Так, все, я все взломал. Все взломал. Ну, поехал. Поехал я тогда. Давай, иди сюда. Блин, а вот нахиливать будет, походу, сейчас капец. Так, у него киллербол, кстати, есть. Но он юзать его не может. Колоссус. Увеличенный урон. Вот так сделаем. Эй! Робос какой-то, или кто он там? Эй, Манти! Если я хотя бы поцарапаюсь, вам лучше заняться исцелением.
Что творит, посмотрите. А у него что, скорости так много, что ли? Поцарапается. Тебе сейчас голову отрежу просто. 16-16, 100% шанс попасть. Убиваю, по сути. Итак, вы зашли так далеко? Скажите ко мне, сколько жизни, сколько живых священников тебе пришлось убить, чтобы попасть сюда? Да одного придурка, который меня атаковал. Давай, 5, еще. Они довольно тощие. Ты, наверное, мог бы взять 10 или около того, не вспотев. Трусливая дворняжка. Пора перестать прятаться и сражаться как мужчина. Причем, так, блин, хочу спросить у тебя, как у более опытного человека, почему одногруппники такие тупые, когда речь идет за оплату совместного съема квартиры? Причем на соседство самые первые ломанулись и сразу же при первом обсуждении в лицо получили тот факт, что оплата пополам. И примерные цены они знают. Блин, ну, как бы есть люди недалекие, это факт. Ничего с этим не поделать. И дело не в одногруппниках, а просто в том факте, что они есть такие. У нас вообще критическое мышление у людей, мне кажется, убили. Ну, специально как-то, чтобы люди не анализировали ни хрена. Надо было привести больше священников. Или несколько младенцев, черт возьми. Че, все это комиссия, что ли? Фу. Что-то я ее прям вот не заметил. О, киллер был. Сколько луков мне надавали. Отдам свой любимый Астрид. Да она всех убивает так. Ей не важно, какой лук. И просто без разницы. Как же это было просто. Большое спасибо. Я никогда не думал, что нас спасут солдаты вражеской нации. А ты телек меньше смотри, блядь. Мы ни за что не стали бы убивать невинных священников, которые заставляли сражаться против их воли. И все же, мы не смогли спасти всех. Да, блин, я не спас всех, да? Мир, мой господин, мы ожидали, что нас убьют сразу. И все же ты спас стольких из нас. Блин. Отец, мы не питаем недоброжелательности к самому королевству Дейн. Мы хотим только вернуть родину, которая была несправедливо отнята у нас. Вот почему мы боремся. У нас не было никакого желания вторгаться в эту землю. Если ничего другого не остается, пожалуйста, поверьте в это. Прошу прощения, могу я попросить вас назвать свое имя? Элинсия Ридл Кримия. Я единственный оставшийся в живых из кремянской королевской семьи. Вы? Давайте поблагодарим вас за то, что вы живы и здоровы. И пожалуйста... Пожалуйста, я так прошу вас о понимании. Есть много дейнов, которые не поддерживают действия короля Эшнарда. Я понимаю. Такая ситуация прям в игре. Жизненная, блин. Теперь пришло время обыскать это место. Зачем же нам сказали приходить сюда? Милорд Тайк. Могу я присоединиться к вам? В темные подземелья сходить, да, вместе? Конечно, почему бы и нет? Айк, Айк! А, вот ты где. А, вместе? Я здесь. Ты все испортил. Давай отжимайся по новой. Ну да, не убил одного случайно. Сюда, Айк, быстро. Рейсин в беде. Что? Похитили его все-таки, что ли? Черный рыцарь его хотел похитить. Рейсин, что с тобой? Он был таким с того момента, как переступил порог этой комнаты. Он просто пялится на стену. Ой, жесть, это что такое? Здесь жил какой-то чувак, который расписи тут все. Офигеть такое, не видел. Что все это значит? На каждой стене один и тот же узор. Ну, Сорен проснулся. Это не закономерность, это древний язык. Все песнопения и заклинания в магических стихах написаны таким образом. Ты можешь это прочитать, Сорен? Ну, немного. Некоторые, но не все. Заклинания просты, в то время как это сложное повествование. Я думаю, принц Рейсин мог бы это прочесть. Боюсь об заклад, что это язык, на котором говорил Лин.
Да, это язык сирен. Сирен. Все их песнопения также написаны на этом языке. Получается, Рейсон читает то, что написано на стенах? Похоже, что так оно и есть. Может, оставим его в покое? Здесь много чего написано. Это может занять несколько часов. Я думаю, что это хорошая идея. Итак, говорит, а как правильно читать тот никнейм-то? Кустл? Кустл или правильно? Или Кастл? По идее, не Кастл, а Кустл читается, да? Кустли. Типа, они говорят, что с деньгами все нормально. Сначала про цену в курсе, а когда уже подобрали варианты, они такие, ой, ну я сам оплачивать хочу. Да, 10к без учета еды и прочее, да, подрабатывать придется. А если с учетом учебы не выйдет столько башлять, ну, у родителей спрошу. Правда, я сам не местный, на Урале сейчас поздно. Так что потом, через 2 месяца примерно точно скажу. И так уже 4 человека. А где ты, в каком городе вообще? Где у вас такие цены? Вы за 20 тысяч, что ли, вдвоем снимаете? У нас на Урале-то, ну, в Челябинске, по крайней мере, можно и за 12 найти, и за 10. Зависит от квартиры, конечно. Краснодар. А, ну Краснодар, это что, Урал, что ли? А, это он сказал про Урал. Типа у них на Урале. В Краснодаре это, конечно, блин, там жилье. Из того, что я смогу собрать, я думаю, что когда-то в прошлом в этой комнате был заперт человек, который писал все эти письмена. Ты не знаешь, кто это мог быть? Я не смог прочитать достаточно. Я нашел только это под кроватью. Что это? Я думаю, что он мог принадлежать тому, кто был заключен в этой комнате. Что ж там у них? Я прошу прощения, я отнял у вас много времени. Рейсон, ты как там, в порядке вообще? Ты неважно выглядишь, почему бы тебе немного не отдохнуть? Он ему только и говорит, что отдохнуть, да, каждый, перед каждым боем. Я в порядке. Гораздо важнее, что мы поговорим. Поговорили. А владельцы этого пера, правильно? Кто был в этой комнате? Или вы здесь это нашли? Да, это нашел Соран. Чей он был? Это Лилия. Это моя старшая сестра. Надписи на стенах принадлежат ей. У тебя тоже есть старшая сестра? Не расскажете ли вы нам немного об этом? Да, конечно. Она была похищена 20 лет назад в ночь резни в Серенесе. Я думал, что Лилия была убита вместе с другими моими братьями и сестрами. Я верил в это до сегодняшнего дня. Кто? А, я же вам звук-то не включил, ё-моё, после песенки. А вы сидите без звука, так, а тут музыка такая охеренная играет. Стены говорят только о том, что она была крупным человеком. Вероятно, она так и не узнала, кто это был. Что? Крупным. Что значит крупным? Он сунул ей клановое сокровище и потребовал, чтобы она использовала свою магию, чтобы оживить вещи, запечатанные внутри него. Талисман пытались оживить. Или что-то такое, наверное. Он увещевал ее снова и снова. Навещал, но безрезультатно. Лилия каждый раз отказывала ему в просьбе. Потому что она не обладала такой силой. Кто-то хотел возродить темного бога. Да, это точно талисман. Да ты супач, говорит Иллюжин. Нет, 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 не сегодня. Вскоре после того, как я ее привезли сюда, Лилия заболела и потеряла сознание. Я не удивлен, это было ужасное время. Она была заключена в этой крошечной комнате, из которой не было видно ни земли, ни неба. О, это ужасно. Мисти. Мне очень жаль. Я просто грустно за Лилию и за Рейсона тоже. Сапог можно еще, ладно. Такой нормальный кожаный сапог. Прошу прощения, позвольте мне продолжить. Молодой Биорк начал приходить в комнату, чтобы ухаживать за Лилией. У нее были голубоватые волосы и голубые глаза. Это на стенах, да, было написано? Ее сердце было необычайно чистым для Биорка. Со временем они с Лилией подружились и прониклись взаимным доверием.
Лилия решила доверить свои надежды этой женщине. У них не было общего языка, так что это заняло некоторое время. Но в конце концов женщина Бёрг поняла, чего хотела Лилия. Которая заключалась в том, чтобы забрать сокровища и песню и сбежать из этого храма. Брат. То есть они сбежали куда-то. Было ли что-нибудь еще написано в этой женщине, Бёрка? Возможно, имя какое-то? Да, непонятно какое-то. Если это перевести с нашего языка, вероятно, это была Елена. Елена? Я так и знал, мама. Это была наша мама. Я же говорю, у них... А, Елена это которая... Женщина ухаживала и лечила, получается, ее, да? Что? Вы серьезно? Вы уверены? Нашу мать звали Елена, как и у меня. Ее волосы были голубыми. И такие же были глаза. Рейсон, предмет, который ты называешь сокровищем своего клана, был старинным бронзовым медальоном, не так ли? Что? Откуда ты это знаешь? Медальон стал памятным подарком моей матери. Песня тоже. Мои родители оба отдали свои жизни, чтобы защитить его. А, вот откуда песня была. Блин, вообще сюжет топовый. Типа они говорят, что... А, есть варианты дешевле, но это либо студии в Цоколе, которая вечно заливает из-за того, что Краснодар прямо демагнетик для ливневок, либо с 9 за 9 с лица жить в 6 квадратов на двоих. Ну да, понятно, короче. Айк, вы с Мисти дети Елены? Значит, медальон Лирана здесь? А, понимаешь, медальон был украден, вероятно, Дэйном. Этого не может быть, это невероятно. Может ли такое быть случайностью? Сомневаюсь. Честно говоря, я не до конца понимаю все, что произошло, но все это имеет смысл. Все это складывается воедино. Это Мисти поет. Это и мать пела. Ну, им с Айком. Мисти, это песня, которая... Но мелодия немного другая, не так ли? Это похоже на песню, которую Рейсон и Лин пели в лесу. Моя мама пела ее как колыбельную. Это песня освобождения. Тот, который Лилия доверила... Ту, которую Лилия доверила Елене. Но... Я носил медальон и пел эту песню почти каждую ночь. Носила. И никогда ничего не происходило. Ну, магический эффект песни пробуждается силой певца. Он не может быть развязан кем попало. Настоящую песню освобождения может спеть только девушка по имени Алтина. Лилия боялась. Лилия хотела, чтобы твоя мать отнесла мелодию Алтине и вернула медальон на его законное место в лесу Сирен. Ля-ля-ля-ля-ля. Амонь, подпеваю. Так, история становится все яснее и яснее. Мой отец нанял Дэйна, чтобы защитить мою мать, у которой был амулет. Айк, как ты узнал? Вольки сказал мне. Он рассказал мне о прошлом моего отца и об амулете, и о темном боге тоже. Так ты все это знаешь? Да, король Ашнард... Он забрал Лилию, не так ли, Эшнард? Это было последним кусочком головоломки. В конце концов, человек, который нашел моего отца, был приспешником короля. Айк, вы хотите сказать, что знаете, кто убил командира Грейла? Ты никогда ничего об этом не говорил. Мы все думали, что его убийца неизвестен. Почему ты ничего не сказал нам? Я не знаю. Я никогда не чувствовал себя так, как говорить об этом. Никогда не чувствовал, чтобы говорить об этом. Типа, не хотелось. Он был солдатом Дэйна, не так ли? Кто это был?
Кто был тот человек, который убил Грейла? Скажи мне, Айк! Может быть, оставим дискуссию на потом? Конечно, конечно. До этого момента мы все сражались за освобождение Кримии. Даже если мы теперь добавим к этому предотвращение освобождения Темного Бога и наказание убийцы командира Грейла, то ничего не изменится. Наш враг остается неизменным. Король Дейна и его приспешник — это те, кого мы должны победить. Это загадочно, не так ли? Я имею в виду, Рейсон сказал то же самое ранее, но можем ли все это действительно быть простым совпадением? Падение Кримии, родители Айка, смерть сестры Рейсона, тот факт, что все сведено, ведет обратно к Дейну. А, это правда. Это меняет смысл этой войны. Возможно, суть всей этой войны в другом. Лечение Лилии — это одно, но убийство бывшего апостола, подстава и уничтожение моей нации. Да, через онлайн-переводчик. Приветствую, Санек. Если все это было частью плана Дейна украсть медальон и песню, тогда я... Я... Причина, по которой я сражаюсь. Но эта миссия не сложная была. Нам осталось сколько? 23-я сейчас будет. Тут сколько всего? 30 их? Не помню. Если вы приняли такое решение, мы уважаем и подчинимся. А он один пойдет. Если бы мы могли быстро маршировать и знать, что кто-то прикрывает наши спины, это было бы огромным облегчением. А, он его опять не хочет с собой брать. Как вы хотите. Пусть удача войне будет на стороне кремянской армии. Эпилог. Ну, 30 получается. Если вам понадобятся солдаты, пошлите весточку. Мы будем двигаться на максимальной скорости. Да, я буду на это рассчитывать. Нормально он его динамит пока что. Информация, собранная в храме Пальмени, подводит Айка все ближе к скрытым истинам, стоящим за войной. Убийство бывшего апостола Бигниона привело к резне Серенос в лесу Серенос. Принцесса Серенос была похищена, а медальон украден. Казалось, что эти события были связаны с сложным клубком, и теперь эти нити стали яснее и чище. Мотивы Эшнарда до сих пор становятся загадкой, но его силуэт скрывается в тени всего, что происходит. Гюнтер, здорово! Спасибо, что зашел на ВК Плей. Заходите, ребят, если хотите как-то поддержать. Сейчас идет тест этой площадки. Не забывайте оставить сердечко. Вам все равно, мне приятно. И, конечно, подписывайтесь. Это будет резервная площадка на всякий случай, если что-то с Твичом произойдет. Айк, возвращай. Ну и скажите, как вам вообще там смотреть, удобно, неудобно, что вам нравится, что не нравится. Бета-тест Рамони, да. Айк возвращается из храма и отказывается от всех прав на верховенство Дейна. Затем эти права передаются через генерала Зелгиуса из Бигниона самой апостол. Кремянская армия поглощает еще один отряд из Бигниона и, увеличив свою мощь, марширует к границе Дейна и Кримии. Откат с рекламы? Но мне просто заплатили за то, чтобы я тестировал площадку. Зачем еще реклама-то? Его следующая цель — расколотый мост массивный. Тут просто, понимаете, какая фигня? Как мне кажется, чем я лучше просто это пройду, тем больше, возможно, дальнейшие какие-то сотрудничества, как я считаю. Его, то есть, если вы мне поможете, грубо говоря, от вас ничего не требуется, кроме как заходить там второй странице туда и смотреть, и комментировать, как он. Ну, то есть, какой-то обзор собрать из того, что вы делаете. Из ваших слов, как бы. Его следующая цель — расколотый мост. Массивное сооружение, соединяющее две страны. Сейчас будет битва в ущелье, 300 спартанцев. Да вряд ли к этому реклама. Это бета-тест площадки еще. Ну какая реклама?
Там еще пока вообще ничего нет. Там даже повторы, я не знаю, есть или нет. Ну, я даже не в курсе. Я искал, пытался найти, где повтор посмотреть. Там его как будто нет. Сейчас на данный момент идут проверки алгоритмов отслеживания количества просмотров онлайна среднего и так далее. Все вот такие вот штуки. Потом-то, конечно, все будет, реклама и так далее. Ну, например, на Твиче тоже есть реклама. Я просто всем сабам отменил рекламу. То есть там для сабов можно убрать рекламу. Я не хочу, чтобы вы ее смотрели. Типа, хоть и мне это деньги дает. Я сам ее ненавижу, эту рекламу. Поэтому нафига. Смайликов не хватает. Я думаю, что добавят потом все. Пока это тест. Но смайлики, естественно, это основополагающее. Я больше скажу. Те, кто подписан на Boosty, сабы, то есть кто на Boosty подписан, тот является сабом там. И у них будут, естественно, все смайлики, как на Твиче. Только их количество я пока не знаю. Со временем идет рассинхрон звука и видео. Лечится через F5. Такие задержки стрима явно больше, чем на Твиче. Ага. Возможно, это из-за рестрима, а не из-за того, что я стримлю на один адрес. Это может быть из-за этого. Сервера в разных местах. Милорд Тайк, можно вас на минутку? Да, конечно. Что случилось? О, нифига, время-то уже. Стрим-то закончился. Продление пошло, да? От Альпа. Солдаты говорят, что завтра мы сможем увидеть Великий мост. Как только мы пересечем его, мы окажемся в Криме. Это то, что мне сказали, да. Такое чувство, что меня не было много лет. Криме — это земля, где я родилась и выросла. Чувствовать себя такой далекой от всего этого. Сейчас, на этом позднем этапе, я чувствую, что почти ничего не знаю о своей собственной стране. Это такой опыт нереальный. Невероятный опыт. Я знаю, что ты имеешь в виду. У меня тоже нет ощущения, что мы находимся на грани возвращения. Понимаешь, мы столько в пути. Я вообще не помню этот район. Может быть, это потому, что я родился в Галлии и вырос в сельской местности. Но страны объединяются подобным образом. По всему континенту. Я действительно в восторге от всего этого. Я тоже. Для того, кто ничего не знал о жизни за пределами королевской виллы, это такой большой, так много знаний получила, да, опыта. Что? Большой? Да. Я думаю, ты права. Большой опыт. Или что там. Когда мы уезжали из Крими, была весна. Снег таял, дни становились длиннее, и погода была мягкой. Или прошло так много времени? Жак Спотик Шо. Я, конечно, им и так пользуюсь. А злодейство, говорит. Ну да. А мне жалко, что ушло Canva. Кто-нибудь пользовался Canva? Знаете, что это такое? Это дизайн для дизайнеров программы Canva. Я ей все время пользовался каждый день. Прошел почти год с тех пор, как мы уехали. Всего год, но расстояние, которое мы преодолели, чтобы добраться сюда, было долгим и трудным. Такое чувство, что мимо нас прошло много лет. И все же, это земля, где я родилась и выросла. Мой дорогой, милый Криме, почему ты чувствуешь себя таким далеким? Для меня тоже Криме моя родина. Мы почти на месте. Пойдем домой. Все так, как вы говорите, милорд Тайк. Пойдемте домой. Возвращаемся домой, типа. О, какая романтичная обстановка. Из ниоткуда говорит чей-то голос. Из-за этого трудно появиться на публике. Думаю, я мог бы просто оставить вас двоих. А кто это говорит? Кто здесь? Чей это голос? Это еще кто такой? А, Ранульф вернулся. А лучший способ поддержать трактирщика и стать частью таверны? Жми сердечко, подписывайся. Фоло. Привет, Айк. Похоже, мы прожили достаточно долго, чтобы воссоединиться. Разве мы не счастливчики? Ой, спасибо огромное за фоллоу. Приветствую в нашей таверне. Будь как дома и приятного просмотра. Вот, Ян. Располагайся. Ребят, кружечки за знакомство. Да, мы счастливчики, что выжили. Рабочий софт уходит очень много, да. Ранульф? Милорд Ранульф, как приятно снова вас увидеть. «Принцесса Элинси, добро пожаловать домой. Я бы сделал реверанс, но из-за хвоста это выглядит глупо». «Шиноби Аватар, мое почтение. Добрый вечер». «Из-за чего ты такой чертовски бодрый?» «А, ну тут понимаете, как только я услышал новость о том, что кремянская армия взяла столицу Дейны, я проделал весь этот путь, чтобы поприветствовать вас».
Во. Ничего себе, вернулся Иллюжин. Выглядит как бомжар. А тут все как бомжары выглядят. Да она просто всех милордами называет. Как бы у нее такая тема. Как идут дела в Галлии? Вы не вступили в открытую вражду с Дейном? Пока нет. Что это должно означать? Пока. Но в свете успеха вашей армии старейшины наконец-то кое в чем договорились. Галлия окажет полную поддержку усилиям принцессы Кримии по освобождению ее родины. Дело сделано. А как раз этого и добивался король. Действительно? Кошнар так и хотел. Итак, собирается ли галлийская армия? Да, мы собираемся наладить с ними связь и создать единый фронт. Как бы то ни было, Галлия здесь, чтобы поддержать вас. Кремянская армия всегда будет в центре усилий. Не забывайте об этом. Благо, Google еще не спешит уходить со всеми поисковыми. Ой, да, я не знаю, что буду делать вообще. Не смогу жить без возможности спокойно гуглить. Да. Я вчера вообще новости прочитал. Типа, Россия готова к отключению от интернета. Типа, как там классно все без интернета. Типа, больше времени у людей будет там все читать и заниматься работой, исчезнут эти бестолковые, бесполезные стримеры, дети начнут учиться вместо того, чтобы смотреть мусор в инете и так далее. А я сидел с ужасом читал. Король Галлии очень милостив. Такая позиция позволит Кримии претендовать на любые победы, которых мы добьемся. Не говорите таких вещей. Я потрясен, что вы понимаете такие тонкости. Кто такие и что сделали, Сайк? Что такое? Котик. Котика, говорит, выпусти. Я не верю, что ты имеешь право так со мной разговаривать. Чего? Что-то как-то разговор не в то русло зашел. На самом деле это ребячество. Сорен только что прочитал мне лекцию о той же ситуации, когда мы получили подкрепление с Бигниона. А, он говорит, если ваша армия придет, то показать боцман. Что, боцман? Давай, боцман. Дыр, там, мохнатый. Все время мою бороду трется, прям вот так в нее залазит. Да, босс? Ну нет, она борщом не пахнет, нормально. Ну, а видите? Опять лезет. Всем нравится борода, понимаете? Давайте, видите? Вы бы знали, чат, как меня встречал боцман. А, да, на диван наблевал, короче. Ой, блин, молодец вообще, любит он этих гостей. Мой дед как-то поржал, говорит, про массовое отключение еще до того, как все это началось. Можно еще унитаз запретить, люди меньше на них сидеть будут, станут. Да, да, нормальная тема. Король Каенегрис всегда думает о Криме, не так ли? Как я могу отплатить ему? Принцесса, просто победите. Дайте вернем вашу столицу. Когда это будет сделано, пожалуйста, восстановите узы дружбы между нашими народами. Это был бы лучший способ сказать вам спасибо, не так ли? Как вариант, на сон запрещать, налог на кофе ввести. Да, да, конечно. Это не про кофе, конечно. Так, Айка, посмотри результаты нашей битвы. Сейчас приду. Никто не пострадал, все было ништяк у нас, да, как всегда.
Пум-пум. Так, что у нас там? Короче, никто не пострадал, мы сражались великолепно. Так, инфо. С Сареном можно поговорить сразу. Хм. Что, Сорен? Что случилось? Айк, уже поздно, что тебе надо? Айк? Неизвестный какой-то. Как странно, я был уверен, что он пойдет этим путем. Кто пойдет? Этот голос. Это женщина, что ли? Это та женщина из магазина товаров, не так ли? Командир Айк. Айми какая-то. Куда ты пропал, красавчик? Блин, она нашла меня. Чат, за нового путника. Void Static. Приветствую в нашей таверне. Будь как дома и приятного просмотра. Спасибо за фоллоу. Так. Куда ты пропал, красавчик? Блин, меня женщина какая-то ищет. Послушай, всякий раз, когда эта женщина загоняет меня в угол, уходит целая вечность, чтобы вырваться. Позволь мне спрятаться здесь, пока все уляжется. Лол, да? Мы начинаем маршировать завтра утром. Это пустая трата драгоценного времени. Я пойду и прогоню ее прочь. Стой, Сорен! Жесть. Я бы, кстати, не убегал от нее. Нравится? Айки, где ты? Айки? Айми? Что вы здесь делаете? О, Сорен. Фу, я имею в виду... Привет, почему ты так поздно здесь ходишь? У вас есть какие-то дела с Айком? Она продавщица в нашем этом караване. Ну да, я знаю, что поздно. Я нашла кое-что особенное и хотела бы ему подарить. Ты знаешь, где он? Айк? Он... У нас военное совещание. Если у тебя есть что-то для него, я могу сохранить это и передать ему. А что мне делать? Видите ли, у меня новый персонал. Новый персонал? Персонал очень ценный. Я не уверена, что чувствую себя комфортно, просто передавая это кому-то, кто этого не понимает. Да? Это Хаммер, не так ли? Это очень редкий посох, который может взять любой предмет, который был бы потрепанным и изношенным, каким бы он ни был, и полностью починить его. Что? Почему? Вы довольно хорошо осведомлены в этом. Откуда вы знаете? Если мне будет позволено продолжить, я считаю, что во всем мире есть только один такой. Это действительно бесценно. И вы хотите отдать его Айку? Ну что ж, я действительно хочу быть полезной. Нифига себе. Если вы действительно хотите привлечь внимание Айка, принесите ему посохов и тому подобное, вам приношение ему посохов ничего не поможет вам. Что? Серьезно? О, вот зараза, боже. Я так надеялась, что это ему понравится. Еда, говорит, еда. Однако была бы гораздо более эффективной, чем всякие посохи или вещи, подарки. Он особенно любит острые мясные блюда. Хо-хо, я тебя уважаю. Это так, кулинария, это не то, в чем я разбираюсь, но я вас поняла, я знаю идеальное блюдо. О, отлично. Что ж, он будет очень доволен. А как насчет посоха? Он ваш. А, хихи, вы можете оставить это себе в качестве оплаты за кулинарные чаевые. Позаботьтесь о нем хорошенько. Хорошо. Что ж, она неожиданно щедра. Я получил кое-что очень приятно. Получить кое-что очень приятно от твоего поклонника. Айки! Айки, большое вам спасибо. Он еще и троллит его. Эй, подожди-ка минутку. Хаммернин какой-то. Став за полностью итем. Блин, он восстанавливает полную... Восстанавливает. Три раза может полностью починить предмет. Офигеть. А кто может пользоваться этими посохами вообще? Я помню, как-то утром пытался у маршрутчика купить кофе. Офигеть. О, Шинон что-то с нами поговорить хочет. Действую, как приказано. Сир, есть сир. Кто там следующий? А, сир. Да, сэр. Эй, что, генерал Айк великий? Я все об этом слышал, понимаешь?
Эти парни пошли и сделали тебя дворянином. Сфига ли ты вдруг дворянином стал? А Шинон? Хорошо, хорошо для тебя, да? Он что, пьяный, что ли? Он пьяный, реально. Ты что, влюблен в принцессу? Ути-пути, ты сражаешься бок о бок со своими приятелями-недочеловеками, да ты, блядь, двигаешься вверх. Недочеловеки, приятели... А, двигаешься... О, посмотри на себя, это большой мистер Айк. Начал вести хорошую жизнь. Да, он бухой, реально. Эй, они не недочеловеки, это лагузы. Да, не важно. Блин, вот он меня вообще бесит. Зачем ты мне сказал спасти его, Мановар? А вот в чем дело. Теперь, когда ты аристократ высокого класса, ты не можешь бегать кучей разорившихся наемников. Все остальные дворяне будут смеяться над тобой. Так что откажись от этого. Я сделаю тебе одолжение и возьму все на себя. Нормально. Я так не думаю. Я собираюсь продолжать быть командиром наемников Грейла. Пошел ты, ты всегда получаешь все. Тебе никогда не хотелось от чего-нибудь отказаться? Нет, не очень важный мистер Айк. Ты всегда был таким. Ты ведешься так, как будто тебе что-то неинтересно. А потом врываешься и крадешь это. Эй, Шинон. Че? Что? И смотри, как ты произносишь мое имя, мальчик. Мальчик, мальчик, мальчик. Остроумный мальчик, похоже. Шинон, ты в порядке вообще? Что с тобой не так? Ты хорошо себя чувствуешь? Какое тебе дело, сопливый щенок? Это не твое дело. И еще кое-что. А командование рота, если вы откажетесь дать это, хотя бы смени название. А он не хочет, чтобы Грейлы оставались. Ты не командир Грейл. Только потому, что ты его сын. Как бы его можно понять, в принципе? Это не дает вам права использовать его имя. Шинон, ты уверен, что с тобой все в порядке? Да, я в порядке. В порядке я. В порядке. Я чувствую себя не очень хорошо. Перебрал. Да, речь никогда не шла о командирстве. Это было о моем отце. Ну и саппортов никто не прибавился у нас. Что-то как-то странно. Мы сражаемся, сражаемся, и никакого нового саппорта не приходит. Блин, я не знаю, какие... А, у нас так много новых вещей появилось же, да? Во-первых, надо посох купить. Вот этому вот человеку. И книгу магии надо у него. Единичка осталась. И посох надо купить. А хотя, может, они есть. Ништяк. Реально офигенно, что он хилить может. Так, кто у нас там вещей-то набрал? Силер Болт, Махак. Спиридаст. Спиридаст, что ли? Ты что, Спиридаст, что ли? Нет, нет, нет. У нас только один маг есть. Хотя, в принципе, Хилл тоже маг, да? То есть, кому вот прокачивать магию? У него есть какой-то кап на магию вообще? Что, мне кажется, он его достигнет и так. Куда ему еще больше? Можно отдать единственный персонаж, который еще владеет у нас магией, это Мисти. У него магия 19. Я, наверное, ей дам.
Ну, можно бы второй магичке дать, но у меня всего по 11 человек, и я ее ни разу не использовал. Тем более есть Сорен, да? Блин, Сорен, кстати, может подходить и отходить, как хил. Ну, точнее, как на лошади, как будто. И он и хилит, тем более. Вообще, нафиг рис нужен, не понимаю. Вернулись видео на Твиче. Слава Аквалангу. Сука, Аквалангу. Слово вспомнил еще какой-то. Акваланг. Ну ты даешь, блин. А есть ли какой-то кап дефа? Ну тоже, наверное, 25. Ему нет смысла его увеличивать. У него вообще все максимум. О, так нифига себе, у Марси-то оказывается. У Марси статы-то лучше, чем у Кирана? А вдруг внезапно встали? Причем она еще меньше левелом. И резиста больше. Блин, Марси круче в разы. Нифига себе. Единственное ХП, конечно. Ну тут вообще нефиг. Можно защиту, конечно, бустануть ему. 16 брони очень мало. Здесь идеальные статы, можно ничего не юзать. Резист можно ему бахнуть. Или джил резист бахнуть. У них одинаково мало. Ну, по джил попадает чаще, у него уклонение меньше. Я, наверное, джил резист. Она у меня такой ключевой персонаж. Часто юзаемый. Часто используемый. А, так а у меня нету здесь резиста. А, вот талисман. Так, 11 резист. Сарену ничего не надо юзать. Не, ну можно ему, кстати, 2 брони отдать. У него будет тогда 9 брони, это нормально. По танковее будет. В принципе, это хорошая идея. Риса я вообще брать, походу, больше с собой не буду. Не влазит. Тем более Сорен хилит, как бы вообще не вижу смысла. Можно Нефи не подкачать, блин. Ей можешь сделать 14 силы, 15 дефа, да? Блин, ее реально вкачать, она так-то крутая. У нее скилл классный есть. Татьяне очень слабой защиты. Давайте, блин, Татьяне, что ли, подкачать. Астрид каповой вообще ничего не надо. Но Бойд надо. Бойду надо защиту, да? 16. Так, у Марси отлично все. Силы, конечно, ей можно дать. Оскар вообще супер все. Танит. Апгрейдженный класс. Вот у нее очень мало защиты и мало силы. Ей можно и силы, и защиты дать. Или не париться, пока никому не давать. Ладно, оставим так, короче. Все, на следующее. Завтра сразу в битву пойдем. Все разговоры прошли, все прошли. Что-то можно купить, кстати. Шо, все? Ну, да. О, сильверсворды продаются. И сильверлэнсы. Блин, походу закупка такая. Жесткая, не просто так. Что-то мне подсказывает, что это не просто так. Две книги сразу возьму, на всякий случай. Что-то мне подсказывает, что это не просто так. Блин, сильверлэнсов надо до хера. У меня копейщиков этих. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. А сколько до победы в игре осталось? Есть инфа? Ну, сейчас какая это? 8 глав, говорят. Может, даже меньше, не знаю.
Блин, тут жестко. Глава за уровень получается, за стрим. Потому что разговоры долго идут с переводом. В основном из-за этого. Так, ну что, может сделать все-таки один меч для Айка. Но он, блин, и так всех убивает. У него там и так супер мечи есть. А, мне надо было одно копье. О, ё-моё, можно сильвер оружие улучшенное делать. И только сильверское, кстати. Ну тогда 100% надо делать копье. Это будет просто пиздец. Оно будет стоить миллиард, наверное. Пипец, цена растет. 6000. Кому дать такое копье суперское? Короче, пока сложу конвой. Так. Ну надо, блин, я не знаю кому. Чувак с этим копьем будет убивать все вообще, что двигается. По идее, Танит. Джилл. Так, у Джилл есть Сильверлэнс улучшенный. У Марси нет улучшенного оружия. У Оскара есть улучшенная пушка. Танит есть улучшенная пушка. Кто у меня копейщик вообще? Марси. У меня копейщики Оскар, Марси. Вот только Марси получается. Оскар, Марси, Джилл и Танит. Ну да, только Марси. Команду к челу с копьем добавь персону, которая будет двигать все, что не движется. А это что такое? У нас убивает все, что не движется или двигает. Ну все, вроде. Все, на следующий стрим сразу в атаку. Ой, походу вылетела игра. Сохранился, называется. Но она как бы это стратегически вылетела. Как раз пора. Я не знаю, кстати, сейф, надеюсь, он не испортился или ничего. Не, блин, это будет пипец. Так, спасибо, ребята, огромное всем, что были с нами. Ну, это самое важное, да? Ду-ду-ду. Приветствую. О, Фидомарат, здорово. 100 лет не виделись. Ты как? Когда вот ИЛК будет вообще? Вот ИЛК? Warcraft, что ли? Вот ИЛК. Или что? Какой бутылка? Да, всем спасибо за компанию, ребят. Благодарю, что смотрели. Огромная благодарность тем, кто заходит на ВК Плей для теста платформы и оставляет нам свои сердечки. Хорошего вам вечера. Увидимся в таверне. Завтра мы продолжаем, возвращаемся к просмотру и прохождению героев четвертых, напоминаю. На максимальной сложности. Мы там на порядке вроде остановились, да? Вот, и давайте-ка рейданем кого-нибудь. Рейданем кого-нибудь. А у нас стримеров не так много сейчас, на самом деле. Ту-ту. Нифига себе. Па-пам-пра-пам. Никого нет, по сути. Ту-ту-ру-ту-ту. Куда пойдем? Пам-парам-пам-пам. Плюшки, знаете плюшку, ребят? Я думаю, все, к
кто не знает. Она, тем более, сегодня косплей сделала. Блин, девушки, конечно, красавицы. Люблю девушек, они молодцы. Рейдим плюшку, короче. Заходите, передавайте привет. Всем приготовить кружки. Кто не знает, вот они. Вот эти кружки можете скопировать. Без кружек не приходить, как говорится. Вот. Вот так вот. Поехали. Будьте дружелюбны и хорошего вечера.